Обязанности артиста ансамбля. Выступать в единой для каждого коллектива утвержденной форме. Выходить на эстраду в порядке, определенным руководителем. В процессе работы следить за качеством, умеренным звучанием инструмента. Запрещается самовольно уходить с эстрады по каким-либо причинам, кроме оказания медицинской помощи. Ходить по залу ресторана. Присаживаться к посетителям и так далее. Короче, что я вам все рассказываю, ребят, каждый год одно и то же. Давайте, покажите, что вы там можете. Музыканты. Все. Ладно, ребят, извините, короче, давайте так. Давайте сейчас вообще другую идею сделаем, да? Давайте что-нибудь покреативим. Что-нибудь такое современное, актуальное, да? Thank you.
Ир! Ир, открой! Открой! Чувак, чувак! Это что? Ну, это, Ир, короче, зима близко. Чё, дебил? Убери это! Ребят, вы можете мне просто показать Киев, а? Мы покажем тебе Киев, если ты понимаешь, о чем я. В чем ты? Можете меня просто немножечко погулять? Ну, гулять так гулять. Вызывай. Все? Это что, тот самый мост? Ребята, так убрали меня отсюда. Ребят, вы вообще в курсе, что здесь находиться вообще небезопасно? В смысле, Ира? Это же самый новый мост в Киеве. Кто тебе вообще сказал, что здесь может быть небезопасно?